привет. Лась скажет привет, подписчики. Лась. Короче, сын приехал. Дедушка его привез, и мы сейчас пойдем гулять. Вот, а прежде мне нужно будет собраться, одеться. А дети уже, в принципе, у них есть одежда. Я, видите, у меня тут глажка вовсю была, но я не успела доглазить, думала, пойду с детьми прогуляюсь. Вот, мы с Миком договорились, что 2 недели будет интенсивно, усиленно работать. И что, потерпи с 2 детьми дома. Ну, я, насколько есть сил, я потерплю. Ну, конечно, не буду там сидеть и прям так терпеть. Я просто буду заниматься детьми и уделять им время. Мы горем пополам. Вышли на площадку. Дети так капризничали. Не знаю, чего. Тео балдеет, едет. Я его пристегнула, потому что он начал уже выбираться с коляски. А Лайчик спрятался в теньке. Нравится тебе там? Тело еще и Тео. Заодно сейчас посмотрим, как я управляюсь с 2 детьми на площадке, которые уже сами бегают. Вот этот молодой человек может убежать куда-нибудь. О, ничего себе, как много. Вот это, видишь, мастер-класс, да, по надуванию. Ветер не сдувает. Хоть покажу. На меня хочешь надуть? Нет, там. Пойдем мы. А я не знаю, как их сушат. Я тоже. Надо посмотреть в интернете, по-любому ищут. Мне кажется, так вешают и сушат. На эти. На прищепки. А что, потом продавать? Так, можно упасть. Она уже упала. Вау! Представляете, на улице 27 градусов. Вот так вот. А я, когда уходила, включила кондиционер. Вот сейчас мы с Лайчиком пойдем отдыхать, потом я буду супчик делать. Вот. И что хотел сказать? Кондиционер спасает, реально. Ой! Так, сегодня я немножко погладила вещи, немного совсем. Что, пойдемте тебе. Смотрите, что делать. Берет меня кусает. Пойдемте, дам бараночку. Тео. Короче, я немножко погладила вещи и перебрала вот в этом шкафу. Теперь у меня здесь все самое нужное. Это чай, сахар, кофе, соль. Здесь у меня чисто макаронные изделия и приправка. Вот я люблю очень сильно Галину Бланку добавлять. А здесь крупы, которые я редко использую. Там сода, сухари панировочные и прочее. Вот. Так. Сейчас дальше буду прибираться, у меня столько дел на самом деле. Все нужно потихонечку убирать. Вот. А на лето мы, я помню, ну вот в этом году слетело, конечно. Я думаю, что мы в следующем году сделаем у нас на балконе лаунж, как мы и мечтали. Видите, у нас тут, я не скажу, что прям захламлено, но такой бардак, порядочный бардак, вот. Который нужно будет убрать куда-то прибрать. Я не знаю, скорее всего, это все на дачу поедет. Коробки, опять же, от телевизора. Вот вы выкидываете, мы не выкидываем, потому что, возможно, мы там в дальнейшем продадим этот телевизор, да, там лет через 10. Коробка как раз нужна будет. Тут приходится коробки копить. А здесь у меня все из-под, с Нового года еще лежит. Вот, Дед Мороз. Там елка. Вот, тут как-то
хочется прибрать, а куда непонятно. Куда это все девать? Ты же просто так ты не выкинешь никуда. Так, здесь у меня, видите, небольшой бардачок, тоже нужно будет прибрать сейчас. Весы перестали работать. Скорее всего, батарейка там закончилась, надо будет батарейку менять. Надо взвесить детей. Кстати, надо сейчас позвонить, точно, я забыла совсем. Здравствуйте, подскажите, а завтра Анна Викторовна работает? Анна Викторовна работает, завтра с 9 идешь сам в телевизор. Да, давайте. Пожалуйста, вам будет прийти. Справочка, что у вас? Там за справкой нужно будет. А, за справкой и анализы сдать надо будет ребенку, чтобы... Анализы мы ведем. Ну, как бы там, ну да, наверное, такое и надо. Все у нас. Так, мы так справочку мы не даем. А где ее можно получить? Договорилась сейчас, что завтра поедем Элайчику справку сделаем, а Тео сдадим анализы. И, в общем, пусть его педиатр посмотрит, и будем проходить осмотр, который должен был быть ровно в год. А еще у Тео привычка закрывать везде двери. Просто вот этот человек швейцар, я не знаю, как это назвать, будущая профессия Тео. Что, любишь закрывать дверь? Присел, походу, покакать. Открылась дверь, а за ней мой сын. Привет. Чего? А ты-то чего нервничаешь? Приготовила свой любимый гречневый суп. Но дети почему-то все равно недовольны. Они нифига не это. В принципе, покушали, но типа не наелись, непонятно. Хотя немного съели. Мы выходим второй раз погулять. Кажется, я без ног просто сегодня. Не без ног, а без головы спать надо. Вроде бы как и не тяжело, но силы нужны. Элай, далеко от меня не убегай. Пришли снова на эту площадку. Не знаю, почему она мне нравится. И она такая более спокойная, чем которая у нас за дом. Я же говорю, здесь так спокойненько, хорошо. За детьми можно уследить. И тихо. Народ немного. Девчонки рассказывают Элай какие-то истории. Он у нее очень красивый. Особенно там нарисованы какашки. Тео, Тео. Привет, сын. Привет. Какая-то дискриминация. Второго так не держал. А второго я сегодня видел. А вот этого давно не видел. Привет, давай. Саша, это было? Ну, было, так и было. Было и было. Ты что тут играешь? Игрушки? Пожарную играешь? В честь чего тебе папа купил-то, ты мне скажешь? В честь того, что долго тебя не видел? Да, папа долго не видел сына. Сына не видел долго? Мы все вместе проверяем, да? Здесь очень темно, иди сюда, залезай. Ну что, друзья, на этой голодной вечерней ноте мне реально захотелось очень-очень поесть, что я... Простит меня Тео, ем его индейку. Что я простит? Что я простит меня Тео, ем его индейку. Очень-очень хочется есть именно мясо сырого. Вот. Нет, не беременна. В общем, надеюсь, понравились вам наши дни. Вот. Ставьте лайки, подписывайтесь. Обязательно пишите комментарии, что вам понравилось. И что могу сказать. Всем пока. Ой, скажи всем добра.
Всем пока! Молодец. Вот так. Пока.